Всем привет, друзья. Сегодня, значит, посмотрим тут видео. Я тут слепил старый МАЗ 515 и новый добавил. Где-то он тут. Вот. Один с кондиционером, квадратными фарами, значит, второй. Вот они. Так. Поставим, тут еще где-то два есть. Не помню, какой он там добавить. Где-то еще внизу. Еще один. Полный привод. Так. На этот я добавил по ремонтной части и колесики. То есть вот так он будет выглядеть вполне адекватно. Он идет ему все это дело. Тут еще запасочку можно воткнуть, где-то должно быть. Ну, естественно, пытался, я искал этот старый МАЗ. Там с первого, скажем так, захода он был. Кондюшки. Сверху нет кондиционера, круглые фары. То есть все огонь на него тоже как бы ставятся, груза. Я думаю, грузится, я еще только закинул эту модельку туда, сейчас скрестил, скажем так. Так. Тут нам надо поставить. Что нужно-то? Вот она, сцепочка. Маячков, я так понял, что нет. Так не пересаживается. Сядем так. Сейчас мы сделаем скрин морды. Оба-на.
ДТП небольшое. Попробуем его загнать на трейлер, на этот. Еще и с трубами, наверное, нафиг залезет. О, подъем какой. Ну, смотри, вообще на ура просто. Зашел. Нормальненько так. Все, погнали. Что, мне так обе модельки нравятся. Перекрасить, наверное, не получится вот эту. Один из красных. То есть они будут оба красные. Один с кондиционером и квадратными фарами. Вот этот. Это более обновленная моделька у покемона. А второй вот старая версия. Без кондиционера и круглыми фарами. О-о. Сейчас давай еще перевернем тут это дело. Весь обзор. На смарку. Не, нормально. Мод вообще обалденный, надо будет как-нибудь карту прокатить на этом моде, на этих модах. Посмотрите, все на месте. Ну, я думаю, наверное, все на месте. Единственное, что синхронизацию вот я бы изменил на нем света. А так, в принципе, все отличненько. Японский городовой. Ёлы-палы. Ну еще бы я бы попробовал сюда водилу посадить. С водилой, по идее, должен влезть. Будет убого, наверное, смотреться там. Попробуем. Такой мазурик шустрый.
Ну давайте в самую грязюку засадим их. Поглядишь и пройдет сейчас. Что-то как-то бодрячком он идет. Да, проедет, пойдите. Обалдеть. Я думал, встанет. Смотрите, как копает. По болоту с груженными автомобилем на трейлере идет вообще на ура. А это просто задний привод, ребята. Не полный. Он тут один, одна только комплектация есть полного привода, по-моему, вот этот как военный с зеленой кабиной, хаки. Ну, смотри, что творит, а? Я думал, сядешь. Не, прет, причем по старым кокулям по колее идет вообще, глянь, бодрячком. Дела. Вот тебе и автомобиль. Сейчас тут, наверное, встрянет. Ты гляди, что делаешь. Это проходимость у тачки. Обалдеть. Стрел. Ха, вообще нормально, ё. Это грандулет. Это у него проходимость, я одно могу сказать. Сейчас мы в один фиг засадим. Попробуем колеса поменять. Ну-ка. Ну, все, походу, засадили. И вот теперь у нас дело вступает уже немножко доработанный мазурик камазовских колесах шишиговским кунгом. Понимаете, я думаю, такой прикольный. Ну этому-то вообще, я вчера его тестил, вообще обалденно он просто летает. Ничего не накручивал, стандартные какие были настройки у меня стоят. Можете посмотреть, если уж тот заднеприводной как преодолевает грязь, то смотрите, как преодолевает этот. Наверное, данный мой будет тоже дорабатываться, еще раз объясняю. Будет 4 машинки. В принципе, ничего там большого я делать не буду, там по синхронизации посмотрим. Но вот этот мазурик я доделал. Немножко залепил ему шишиги кунг, колеса камазовские, оффроудовские. Все-таки полный привод, надо ему такой видок-то подсоздать. Это вообще едет как, не знаю, как Мерседес по асфальту. Мне просто стало мне просто интересно, можно ли их старую модель снова слепить. Немножко переделать, а мы слепились, отлично. О, все, блин.
Тут там мазур что-то остается не там. Ну-ка, ты чей этот парень? Ты какая-то шляпа тут получается. Один цепляешь, а тот не едет. Ну-ка. О, опять. И что, он там так и останется, что ли? Да ладно. Точно там останется. Но ха, это вилы. Парам-пам-пам. О, доработчики, товарищи, разработчики игры, косяк какой надо исправлять. Они то чтобы, блин, тут сидят, небо красят. Вот тебе машина с трейлера улетела просто на ровном месте. Ну, как колеса все-таки поставить, вот эти вот проволоки. Да, с ними он копает лучше. Назад. Это я тут раскопал дорожку. Не, моды вообще обалденные, все машинки. Именно вот мазурики эти от покемона, по-моему. Автор. А, ну и с фонарями тут, по-моему, на машине шляпа, там белые фонари будут, еще задние я поменял. Ну, полажу по текстуре, там, посмотрю, что там. Можно поменять, поменяем. Давай, давай, дружок. Гляди, у него проходимость какая вообще. Не, вообще советую, ребята, блин. Мазурики обалденные. Тащат спокойно. Свои, естественно, аддоны, груза. Все это прикольно. Ну, мне вот очень было интересно, мне вот они вроде мазурики, но немножко разные. Очень было интересно их слепить вместе. По крайней мере, видите, слепились. Это старая моделька. Еще раз повторю. Это справа, слева с кондиционером. Это уже новая с квадратными фарами. Было интересно, слепится, не слепится. Слепились, я даже прям рад немножко. Как говорится, как говорит мой братан, маленечко. Маленечко рад. Так что вот, ребята, будем дорабатывать данных мазуриков. Немножко там я внесу свои изменения. Не знаю, автору это понравится, не понравится, но
Лично я бы немножко тут на свое усмотрение поменял бы, конечно. Синхронизацию света, габариты сделал, чтобы при заводке включались. Все не включается только ночью, да? Ну, попробовать водилу посадить, так пробежаться с поддоном, может, перекрестие, чтобы поддоны ставились, в принципе, одинаково на все машины. Так что вот так, ребята, подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Будем пилить маза. Уродовать ее сильно не будем. Так, фрегансушечки, синхрон. Попробую аддоны, чтобы были все, на все машины подходили, подцеплялись, потому что не все цепляются. Посмотреть там по дефолту, как там дефолт встает, не встает на них. И будем, короче, делать. Гонять нам маза. Ну и водилу попробовать прописать, не знаю. Места, конечно, мало там будет. Даже будет убого смотреть. Анимации руля нет, да? Нет. Трейлер. Трейлер это похож на трейлер, по-моему, Сереги Пасечника. По-моему. Ну, по крайней мере, похож. Этот мазурик я уже немножко перепилил. Еще раз повторюсь, поставил кунг шишиги и камазовские колеса. Он полный привод, единственный маз, наверное, тут, по-моему, из всех полноприводной. Тут остальные все задние приводы. Ну, будет такая техничка. Чип и Дейл спешит на помощь. Будет техничка, помощница такая. Вот такой грязный, как поросенок. Ну-ка, стой. Вообще такой нормальный чумазик. Тоже щелкнем его. Ну, этот синий тоже, по-моему. Кстати, вот на него тоже можно прописать. По размеру, по-моему, как тут подходит. О, все может быть. Сейчас мы примерим. Поставим поближе. Опа. Переехали немножко. Ну куда они? Ай, да что ты будешь делать-то? Блин, поручень, а понижай тут пройти. Вот, так, ну, посмотрим. Ага. Ну да. По высоте-то что там этот кунг упирается, наверное, да? Ну-ка, сейчас этого попробовать. Под кунг подставим. Лишний раз не мучиться с пропиской аддона. Да куда ты залез-то? Прям будет упираться на кабину.
Ну сейчас давайте, ребята, остановим запись. Сейчас я прямо тут попробую прописульку сделать. Ну вот, ребята, короче, покопался немножко. Поставил от него на него пункт 66-го. Там дефолтный, я думаю, вообще не прописано. Так что еще я посмотрю, поставлю дефолтные аддоны и пропишу на них, чтобы играть можно было на карте, потому что иной раз на карту, даже на дефолтную, заходишь, там аддоны на некоторых картах прописаны уже, и гараж не открыт, то есть. Поэтому нужно будет прописать дефолтные аддоны. Так, конечно, я считаю, что это как бы будет плюс в доработке. Почему автор не прописал дефолтные аддоны? Не знаю. Так что вот, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Будем дорабатывать маза. Модель прикольная, как бы. За всякие шляпные модели я стараюсь не браться. Ну, естественно, беру за то, что мне нравится. Так выглядит, в принципе, не убого. Есть небольшой косячок. Горловина, видите, бака. Немножко залазит на аддончик вот тут вот. Видите? Ну, я думаю, что это не критично. В принципе. А глаза так не скажу, так и не сильно бросается. Зато нормальная ремонтная будка на машине присутствует. Естественно, дефолтных аддонов вообще. Сейчас вот даже я включу. Тележка, прицепы. Дефолтных аддонов. Вот только ремонтный я поставил. Это у меня с другой машины. Так что будем прописывать дефолтные аддоны, синхронизацию света. Все, встряли с телегой. Да и без телеги туда, так же. Я думаю, что дефолтные аддоны тут нужны, потому что иначе даже дефолтную карту пройти вы не сможете, если где-то будет закрыт гараж. То же самое наводнение, например, если вы их поставите, там гараж закрыт, а машины появляются сразу с аддонами. Поэтому будем, ребята, дописывать на него дефолтные аддоны, водилу, немножко синхронизацию света. Крутнем. А так мод вообще обалденненький. Не знаю, почему автор сразу об этом не позаботился. Как бы я считаю, что дефолтные аддоны, хотя они и дефолтные, но они по-любому нужны. Так что вот, ребята, всем удачки. Естественно, подписка на канал, в группу. Всем пока!